Всем привет, с вами та самая мисс Евка. Сегодня у нас будет шопинг в Табрисе. Вот, вы любите шопинги, а я-то их как люблю, вы не представляете. Поэтому сегодня мы едем в мой любимый Табрис. Посмотрим, что там по новиночкам, посмотрим обязательно все полочки, я вам все покажу, расскажу. И прикуплю себе тоже разных вкусняшек. Поэтому поехали со мной в Табрис. Я, собственно, не была там где-то месяц. Но последний раз я закупилась там всего лишь на 1500, то есть для меня это реально мелочь, потому что в основном я выхожу из Табриса, и у меня там, знаете, минус 15 тысяч, ну как-то так. Сегодня не планирую прямо какой-то грандиозный шопинг, я думаю так, просто посмотрим новиночки, но интересненько обязательно купим, и я вам все покажу. Поехали! Таблиц, любимый. Заходим в наш любимый Табрис. А, Новый год! Так, я беру свою большую любимую корзиночку. Мама, корзинку кто будет возить? Я? Я прям сейчас есть. На тебе. Окей. Ой, ребята, у нас тут уже Крисмас вайбы. О, мама, сейчас же год этой змеи. Змеи, да, вы? Ну, это же змея? Это змеи. Змеи? Да, ой, какие милые. Смотри, какие милые. Да. Ой, или шапочка. Ой, смотри, а этот в наушниках. Ну, тут прям милота. Кухонные полотенца. А, бархатные тяги. Ой, реально, как мои. Мини-елочки, какая милота. Смотри. Вот такая пялочка. Могу быть, если я, да, то скидываю, что это класть. Вот, ты хотела деревянную подставочку. Сколько она стоит? Сколько? Че так думаешь? Вообще красота. Я хочу такие. Я тоже хочу. Такие милашечки. О, тут и гирлянда. Всякая белая. Четыре разные тарелочки. Звездочки. Раз, два, три. Надо, надо. Елочку тоже нам надо. Ой, смотри, тут еще много разных змей. Большие такие, уть-уть-уть. Ой, смотри, какая красота, это для украшений. Вон тут. И свечки. О, большая такая, 3000 стоит, смотри. Офигеть, а? Йоу, прикольно. Угу. Мы сначала пришли покушать. Не, это что, сырное? Сырное, да, с тапиокой бездрожжевая. Все, мы поели, зарядились, так скажем, энергией и заходим в Табрис. Прикольно, тут все для ванны, здесь всякие здесь штучки. О, мама, это же от этой фирмы, да. Поняла? Английская соль. Нифига, прикольно. Бомбочки для ванны. С цветочками. О, прикольно. Такие штучки. Так, я и направляюсь в молочку. Что у нас тут, посмотрим. Не всякие бабочки. Может быть, какие-нибудь новиночки сегодня ухватим. Кофеечек мой родной. Любименькие сырочки. Вот экспонента, кстати, кто-то мне советовал попробовать именно в плане йогуртов. Я питьевую экспоненту пробовала, но мне она не очень понравилась. Вот. А будет ли? Если это будет, не знаю. Вообще должно быть. Я беру свои любимки. Тут у нас есть сырочки, мороженка. Я пробовала такой вот, такую черничную мороженку. А тут у нас еще сырочки с апельсином. Вот с апельсином я не пробовала. Вот эти вот все пробовала. Мой один из любимых кокосовый. Вот. Это, собственно, наш любимый сачок. Кстати, может быть, взять молочко. Вот, сегодня кофеечка я не хочу, я его недавно пила. Здесь всякие вот десертики. И мои любимые натуральные йогурты. Я возьму себе с клубникой вот такой вот. Я пробовала еще с... Так, да, с черникой я пробовала. И они очень вкусные. Вот тут новинка от Простоквашино. Такие... Нифига, так надо брать. Вчера буквально
Да, вот это новинка черничная. Именно вот такого вот, это новенькие. Мне кажется, я сегодня половину йогуртов не беру черничных. Вот я думаю еще... Что-то как-то странно выглядит, ну ладно. Я думаю еще взять такой черничный. Не, это не новый, он давно уже. Лет ему, я не знаю, 6, наверное. Я такой тоже возьму, потому что он прямо имба. Я еще с творожочком ем. Сразу два таких вот возьму. Я жесткая фанатка таких йогуртов. Вот. Такие, так, Тиве, кстати, я не пробовала. Вот от чуда такие классные. Большие. О, мама, тут тоже новинка. Вот эти вот творожки. Господи, сколько тут по йогуртам новинок. Это просто жесть. Тоже берем такие глубика банан. Новинок реально прям так, я сказала, достаточно. Особенно, видите, каких-то черничных. Они все, что ли... Ой, господи. Черничнулись? А, это еще что такое? Какие-то чизкейки? Обалдеть. Ну, тут мои любимые, конечно, десерты, которые я прям жестко по ним фанатею. А здесь какие-то новые чизкейки, творожные пудинги. Слушайте, вот это новинка. И вот это тоже тут позавозили. Так, ну все, сейчас мы будем смотреть что-то. Так, тут у нас чизкейк манго-маракуйя, чизкейк классический, чизкейк шоколадный. Мне вот такой вот маковый почему-то прям хочется. Видите, как он выглядит прикольно? Ну, либо классический. Вот если бы тут был какой-нибудь ягодный чизкейк, я бы растаяла. Так, а это просто... А, без консерванта. Фу, я думала, прям вообще без сахара. Творожные пудинги, тоже необычные очень, всякие вкусы. А, ну вот эти уже без сахара. Тут с бананом, шоколадом. Напиток на малых протеиновых. Да. И с маком. И надо будет попробовать все-таки творожный пудинг. Я не знаю, наверное... О, да, ребятки, возьмем с арахисом. Вот эти вот очень интересные десерты, но цена... Это тоже очень интересно, на самом деле. Это что такое? Сними. Майонез васаби. О, нифига. Класс. Так, я прошла мимо сырочков. Сырочек надо взять обязательно. Мои любимые чизкейки. Я возьму себе с ванилью. С васаби. Да, натурально. Натурально, да. Нифига себе. Так, и, наверное, клубничный чизкейк тоже возьму. Чизкейки – это мое все сейчас. Это обычных сырочков как-то. Мне не поднадоели, я бы так сказала. Вот чизкейки прям любимочки. Это уже классика, это классика. Вот это тоже уже такая некая классика, я бы сказала. Ладно, здесь, я думаю, мы уже все такое интересное прошли. А, ну тут еще вот эти мои любимые йогурты натуральные. Ой, что так дорого стоит? Или это что-то не то? Это, наверное, что-то не то. Вот эти вот очень люблю йогурты. Я не знаю даже, какой взять. Наверное, вот такой. Он, оказывается, безлактозный. А вот этот обычный, тогда вот этот берем. Из-за этого цена просто жесть. Типа из-за того, что он безлактозный. Суфлешки. Надо обязательно взять творог из Табриса. Вот этот. Я жесткая фанатка вот этого творога. Он очень вкусный. Тут попкорн, смотри. О, мама, я тут покупала, помню, попкорн. А, сладкое, солё... А, нет, тут такого нет. Я хотела спросить, что это по малину, которая там шоколад? Хлопушки. Ой, что-то хлопушек, новинок вообще нету. Да, что-то вообще нету, ничего прикольного. Сейчас мы идем в протеинки. Всякие ППшки. Они очень вкусные. Ну, туда, тут из новинок, получается, только вот такие вот завезли. Ну, вот что-то мне они не очень понравились. Вот эту я еще не пробовала, так скажу честно, да. Ну, тут брауни, тут у нас все по классике на самом деле. Батончики. Ну, вот эти вот новинки тоже завезли, но я их тоже пробовала. Такую печеньку всем советую, кто не пробовал, это фантастика. Я буду целую коробку брать. Вот, и также есть анбумбар вот эти вот, новые печеньки, мне кажется, с Орео разобрали, потому что, мне кажется, она тут должна быть по, так скажем, логике. Но вот эту я беру, потому что она мне безумно понравилась. А, ну я хочу еще каких-нибудь ПП-чипсиков взять. Ну что с перчиком, с крабом? Может взять с огурчиком? Хотя стоит недорого, я возьму с огурцом.
нас также имеются панкейки от Бомбар, но именно от Бомбар я не фанатка панкейков. Вот, мне нравится от Chica Bar получается. Но тут только малиновый вкус, а мне нравится шоколадный и сгущенка. Здесь нету моих любимчиков, так скажем. Паста здесь дороже, вот мама тоже говорила, но я тут вот эту брала. Ребята, просто очень вкусно. По граноле, как The Lab стоят. Ну, тут есть какая-то необычная, но ПП-версии вроде нету. Так, здесь у нас шоколадочки всякие ПП-шные. И я давно хотела попробовать шоколадку какую-нибудь без сахара. Вот какую-нибудь что-то в таком плане. Вот, может быть даже, не знаю, с орешками нет, наверное, без орешек, классическую какую-нибудь я взяла. Ну, вот это ничего, так выглядит шоколадный мусс. Вот, наверное, ее возьму. Вот такие вот всякие мюсли я бы очень, на самом деле, хотела попробовать. А здесь как раз батончики, которыми я закупалась недавно. Но мюсли стоят достаточно так, знаете, ну, не дешево. Поэтому я пока повременила. Тут вафельки мои есть родные. И еще батончики. О, вот такой мы берем. Один из моих любимых батончиков. Я нашла шоколадку, которую я хотела. Я хотела другую, я хотела вместо вот такую. Я хотела себе либо вот такую вот. Ой, тут смотрите, какие-то мини-крекеры, и они от Bite. Вот, либо такую. Чё за цена, ё-моё. Во, вот такую я хотела. Так, это классическая. Да. Это, по-моему, с миндалью, с тёртым миндалем. Я хочу классическую вот такую вот взять. Тут еще есть мини и есть какие-то такие печеньки. Тут все от Bite. Я думаю, в следующий раз я уже вернусь за этими мюслями. Обдумаю уже до конца, буду ли их брать, да, собственно. И, наверное-таки все-таки вернусь. Жаль, конечно, что нету брауни от Бомбар. Я прям оставила надежду на то, что они здесь будут, но их здесь не имеется. Поэтому все-таки надо точно заказывать их с Wildberries, я чувствую. Так, давайте посмотрим, что у нас по лапше. Я чуть не фанатка, в последнее время как-то переела ее. Но тут есть какие-то новинки. Какая-то вот такая лапша. Токио вот такую пробовала сырная. Мне она безумно зашла. Ну, бульдак и дошик, это как обычно база. Окей, идем в чипсики. А, нет. Сначала зайдем в крупы. Ну, крупы нам не сильно интересны, хотя... Ну да, ладно, крупы не так интересны. Что у нас здесь? Из готовых каких-нибудь смесей, панкейки. О, сырники с рисовой мукой сразу же. Такой у меня стоит дома, я его до сих пор не приготовила, да, потому что я ленивая жопа. Вот. Имбирное печенье есть у нас. Мука, хлеб, сахарная пудра. Ладно, ребятушки, поехали, значит, в чипсы. Мне почему-то кажется, сегодня я немного новинок хвачу. Ну да, да, что-то по чипсам вообще скудно. Да, что-то только Принглс я вижу. Ой, смэк, родные. В будущем очень хочу себе смэк. Надеюсь. Опа, у меня как раз закончилась дома сгущенка от Бомбар. По-моему, они стоят приблизительно одинаково по цене, как и на ВБ. Но я еще хотела пробовать карамель, но не от Бомбар, какую-нибудь. Вот, а нет, здесь нету. Тут только шоколадный, да? А, это вишня вообще, вот от этой вот фирмы я хотела попробовать карамель. Ладно, сгущенку, если что, я закажу на Wildberries. Мне кажется, здесь все равно чуть подороже всегда ставят цены. Нутелла, Тублерон. Может быть, здесь какие-то новые риттеры. Нет, ничего такого я не вижу. А по Милке тоже новинок сильных нету. Ну, как обычно, на самом деле, ничего такого. Аленка только... новинки, но мне она, не сказать, что прям симпатизирует, я не сильно фанатка Аленки, поэтому тут есть необычная нутелла, но единственное, такой большой стенд, раньше он был заполнен вот этими мини-штучками, фантами, но сейчас тут спрайт. О, я нашла тут какие-то конфетки от Кэдбери, мини какие-то байтс, и мармеладочки. Ну, тут конфетки. Ладно, идем дальше. Такие милые басики. Мармеладочки. О, я как раз тот раз взяла такие мармеладки себе на пробу. Мне, кстати, понравились. Ничего такие.
Но по печенькам что-то как будто с каждым разом, знаете, все меньше и меньше что-то интересного разбирают, а прям сказать, что что-то интересного не сильно-то и завозят. Обидненько. Ну, стенд с мармеладками всегда, кстати, полон. Вот это вот мне нравится. Но что-то я их переедаю как будто. Не, я бы взяла, но... Я бы взяла, знаете, много прямо так закупилась. Вот такие вот, кстати, очень вкусные. Вот. Ой, вот такие тоже вкусные. Да, это все на самом деле вкусные, Харибо. Это вообще топ. Но тут цена мне не очень нравится. Вот это единственный минус. А чаечек и кофе. О, манговый улун есть чай. Гречичный чай. Тут зато много пеппера, колы. Пеппер черри, кстати, очень вкусный. Что я нашла? Я подошла к заморозке и увидела тут замороженные сырники. На них, кстати, сейчас скидка. А, нет, это оладушки, ребят. Ну, отмена. Я уже подумала, это сырники. Я уже хотела брать. Так обрадовалась, но не судьба. Пельмешки всякие розовенькие. Здоровские. Хачапури даже, вот. Мороженка бомбаро. Если бы было лето, я бы закупилась. Я сейчас что-то в последнее время уже мороженку переела за лето достаточно. Бенто-тортики, кстати, начали завозить в Таблис. Вот единственное, что мне интересно, это попробовать реально бенто-тортики. Это бенто-торт мороженое, ребят. Тут есть тирамису, всякие такие. Я бы взяла мороженку, но боюсь, что она растает, пока мы доедем до дома. Потому что здесь даже белый сникерс. Вот я бы его очень хотела. Короче, в конце я вернусь за белым сникерсом, так как он меня все-таки манит, и за какой-нибудь бомбар мороженкой. Тут у нас заморозка, ягоды заморожены и есть какой-то фруктовый микс. Мне очень интересно, что туда входит. А, манго, бабая, петахая. Ну, нормально так, ну, стоит 400 рублей. Тут и малинка замороженная, и ежевичка есть. Не знаю, я бы, может, какую-нибудь ягодку бы взяла. Потому что на зиму. Но я что-то, походу, так за это время переела ягоды, ребят, что мне даже как-то не сказать, что я прямо горю желанием. Не знаю. Вот новую Альметте я хочу попробовать. О, твердый сыр пармезан с инжиром. Ничего себе, что-то интересное тут для хачапури. Тут всякие прикольные сырочки. Естественно, не пройти мимо посуды всякой милейшей. Вот это прям милота, это реально милота. Таблис делает очень хорошую посуду. Мне она очень нравится. Я бы себе даже что-нибудь взяла бы, какие-нибудь кружечки, тарелочки тоже. Ну, а вот и тут новая Альметте. Это как раз... Ой, понятно, она застряла. С авокадо, еще есть с томатами, но это вроде не новинка. И с розмарином. Еще какой-то новый вкус. Вот. Я думаю взять с авокадо, точнее, надо взять с авокадо. Мне кажется, это будет реально интересно. Возьмем на пробу. Посмотрим, как это будет. Тут очень много плавленного сыра, как видите, абсолютно разного. И маленькие сырочки есть. Дружба, карат, вот эти вот все. Колбасы, сосиски. О, сырочек родной, надо взять обязательно мой любимый сырочек, без него никуда, конечно же. Тут есть и сыр косички, и такие вот наборы, кстати, сочинские наборы. Прикольно, ассорти. Достаточно мило, я бы так сказала. И колбасы. Я бы себе взяла каких-нибудь сосисек. О, вот эти вот ничего такие прикольные, я бы себе их взяла на завтрак. Поэтому возьмем скрэмблу самое то. Тут даже и ветчина вон по швейцарскому рецепту. Что с моим языком? Венские сосиски. Да. Окей, мы сейчас направляемся к готовой еде, потому что она меня как-то больше соблазняла. Я хочу роллов очень сильно. И также хочу что-нибудь себе еще взять. Может быть, не только классический роллы, потому что там были еще роллы в лаваше. Тут вон разные есть вкусняшки. Это вообще что такое? А, это омлет. Ну, я пробовала омлет, не сказать, что мне он прям понравился. Но тут сэндвичи с лососем. Кстати,
Подождите, это серьезно с лососем? А, вот с лососем. Вот такие вот роллы. Что-то они, конечно, разваленные, но мне кажется, с лососем будет офигенный ролл. Смузи, о, кашка. Блинчики, сырники, этого я что-то ничего не хочу. Я бы взяла себе либо сэндвич с лососем, либо ролл с лососем на ужин. Потому что выглядит достаточно аппетитно. Мы с мамой еще морсик взяли, но мы его уже выпили. Вот. Ну, там лимонадики. Мы еще там, кстати, прям ничего не смотрели. А тут и шаурма. И сэндвичи мои любимые. И сегодня у нас такая акция, но я ничего хотела шаурму. Я поела просто куриную отбивную с пюрешкой. Капивара. Ладно. Ой, вот. Это что-то как будто мне знакомое, как будто я пробовала. А у Милкис уже что, Крисмас или это какие-то новинки? Какие-то новинки, походу. Вот это Zero Sugar. Что-то подобное я пробовала, по-моему, в Перекрестке. Какие-то тоже напитки, типа без сахара, с манго. Но тут еще персик. И было неплохо, но стоило дорого достаточно. От Бумбар тоже есть всякие газировочки. Ну ладно, ладно, идемте посмотрим, что там еще есть из готовой еды. О, тут еще посуда. И чайнички всякие. И даже есть кроксы. О, это что такое? Байкал, нифига себе поставили. И тут как раз я брала котлетки. Сейчас мы посмотрим, хочу ли я такие роллы вообще. Ну, на самом деле, да, хотела бы. Вот. Я взяла себе роллов. Там даже были остренькие роллы. Ура, я рада. Ну что, мы уже идем к концу, направляемся. Идем к выпечке. И посмотрим заодно какие-то ПП-штучки. Вот здесь вот. Хлебушек. Я думала, найду палочки чесночные, очень вкусные, но что-то я их не вижу. А, вот, не чесночные, а оливковые. Вот они. Может быть, возьму сейчас. А, еще мы, кстати, пробовали томатные. Вот эти и вот эти очень вкусные. Советую, кто не пробовал. Вот. Здесь у нас десерты. И тоже есть всякие бенто-тортики. Я думаю, взять себе тирамису. Если я опять не сожру его в одно лицо, потому что он очень вкусный. Настолько вкусный, что просто жесть. И профитроли тоже есть. Ну, тут печенечки. Что-то тирамису очень сильно подорожал. Или я в последнее время просто перестала на цены смотреть. Я сейчас начала и прифигела, конечно. Стоит, ну, достаточно. Как тортик, знаете, такой нехилый. А вот булочку, может быть, я и возьму. Но что-то они не мягкие. Ну-ка, это... Нет, что-то они вообще не свежие какие-то. Тут прям целый набор. Вот ореховая... Ой, блин, какой аромат стоит. Ну, они вообще не свежие. Очень жаль. Я нашла тут сыр, и он безумно аппетитно пахнет. Тут есть такой тыквенный, с тыквенными семечками, точнее. И сырный, о, боже мой. Это просто что-то с чем-то. У меня тут всякие десертики, тортики. Меня это... Не привлекает, я бы так сказала. Вот это вот меня очень жестко привлекает. Прям... Ой, круассаны еще тоже, ё-моё. Ну ладно, признаюсь, круассаны в Таблисе слишком вкусные. Прям слишком. Ой, с фисташкой еще не пробовала, кстати. Я тут только шоколадные пробовала, по-моему, классические. Так, мы идем маме брать три виспы, так как она у меня жесткая их фанатка. Вот есть Мальтизерс. Вот. Тут и Киткат у нас, конечно же. Мы берем виспы. Мамина любовь, да. Сникерс тут есть, кстати. Сникерс по скидочке. Взяла я сникерс. Все, сейчас завершаем все уже мороженкой. И идем на кассу. Так, ну а вот и покупочки. Я взяла новые йогурты, шоколадку на пробу, сосиски, сыр, таких вот роллов, чипсики, альметта, чизкейки какие-то, йогурт любимый, сникерс, сырочки, творожок и также хлеб. А, еще вот такой вот йогурт.